Здравствуйте, наш коллектив Микана рад приветствовать вас на нашем аккаунте Авито. Сегодня мы поговорим об Авито-доставке, обсудим, что она из себя представляет и как к ней пользоваться. Это наш магазин на платформе Авито. Здесь есть строка поиска, в которой есть возможность найти определенный товар из более 2000 наименований в нашем магазине. Товар представлен не весь, если вас интересует что-то определенное, то вы всегда сможете написать нам в сообщениях, где мы вам ответим, либо же позвонить по телефону в рабочее время. Итак, приступим. Как же оформить Авито-доставку? Допустим, вы хотите купить определенные биты для шуруповерта. Если у вас есть артикул, либо название, да, вы можете проверить. Пишем в строке поиска артикул бит. Нажимаем кнопочку «Найти». Вот высвечивается наше объявление на Авито аккаунте с продажи битки. Заходим на нее. Видим наше объявление размещенное. Здесь есть кнопочка «Купить с доставкой». Нажимаем на нее. Нам высвечивается окно оформления заказа. Если нажать кнопочку «Выбрать пункт», вы выберете любого для вас удобного перевозчика. В нашем случае из Крыма работает только Авито Xmail, это личная доставка Авито, либо Boxberry или Sdek. У каждого из перевозчиков свой тариф за пересылку товара. Допустим, вы выбрали Авито. Далее вы можете выбрать пункт выдачи в вашем городе на предоставленной карте. Нажимаете «Выбрать пункт». Здесь у вас показывает примерный расчетный срок от 6 до 17 дней. Следующее, что вам следует указать, это фамилия, имя, отчество, номер вашего мобильного телефона и почта электронная, на которую придет чек после оформления оплаты. Также есть возможность использовать промокод, если таковой имеется. Ну и давайте попробуем оформить товар. После того, как вы заполнили все пункты, нажимаете на кнопку «Оплатить». Вас перекидывает на окно с оплатой. Есть возможность оплатить через систему быстрых платежей, либо же картой. Как происходит процедура оплаты? Когда вы оплачиваете нам товар, деньги, которые у вас списывают с карты, хранятся на счету Авито, не у нас. Только после того, как вы получите товар на пункте выдачи, проверите его, только тогда вы подтверждаете сделку, сделка закрывается и деньги переходят к нам на счет. Если же на проверке товара в пункте выдачи вас что-то не устраивает, вы можете отказаться от него. И деньги вернутся вам в течение дня. И так далее мы попробуем провести оплату через систему быстрых платежей. Нажимаем «Оплатить». Оплата была пройдена. Ваш заказ оплачен. Ждет отправки. У нас в личных сообщениях отобразилось то, что заказ оплачен, ждем, когда служба доставки его подтвердит. То есть у нас прошла процедура создания заказа, оплаты, мы выбрали пункт, куда нам нужно доставить. Наши сотрудники видят то, что вы оформили заказ и могут вам ответить. То есть когда вы оформляете заказ, мы видим то, что оплата прошла, я вам чуть позже покажу обратную сторону, как оно у нас на аккаунте выглядит. Также есть у вас здесь пункт подробнее о заказе, который вы можете нажать и увидеть. Допустим, вот ждет отправки 10 марта, то есть мы его еще не отправили. Когда мы его отправим, вам придет уведомление в сообщениях и статус изменится на «в пути». Либо же здесь есть кнопочка «Отменить заказ» и «Вернуть деньги». На своем же аккаунте мы видим то, что покупатель оформил заказ. И вот мы ответили: «Здравствуйте, благодарим за заказ, отправим в ближайшее время». Благодарим вас за то, что вы досмотрели данный видеоролик до конца. Вам хорошего настроения и приятных покупок!